В республике прошел чемпионат по единоборству К-9. Соревнования посвятили памяти заложников Первой Бесланской школы и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей в Беслане. В чемпионате приняли участие сильнейшие профессиональные бойцы со всего Северного Кавказа. Многие из них – представители разных подразделений специального назначения. Турнир стал уже традиционным и проходит в 6-й раз. Победители чемпионата отправятся на международный турнир, который пройдет в Кемерово 16 февраля. Напомним, К-9 – это система смешанных единоборств или боевого самбо, которую разработали в России. Мероприятие проводится в цели памяти погибших сотрудников, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жили другие. И в основном это мероприятие посвящено пропаганде службы силовых структур России, чтобы молодежь, которые будут видеть этих спортсменов, они выбирали путь именно службы вооруженных сил Российской Федерации или в различных определенных подразделениях, потому что каждый ребенок должен выбирать свой путь и быть защитником своего отечества.